Да-да-да, дорогие друзья, Рунтик. Добрый вечер, Чагречи, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы опять-таки продолжаем играть игру под названием Брик Рикс. Это лего-город, это лего-история наших двух канальчиков. И Только сегодня у нас есть... можно тебя поправлю? Это не Конечно. совсем лего-город, я бы сказал. Ну да, кстати, друзья, сегодня это будет не совсем лего-город, это будет, так сказать, одна из первых легендарных серий, в которой мы наконец-таки покатаемся по Vice City в игре Брик Рикс. Блин, я тут, короче, отлетел сейчас на свободной камере. Это просто жесть. Это реально вся карта Vice City перенесена на Брик Рикс. Это же, блин, охренеть. Да, это, конечно, получается уже немножко не лего-город, ты знаешь, вот тут есть, короче, один город слева, я, конечно, не буду показывать пальцем какой, но вот он, конечно, сделан максимально прям классненько, вот прям А, вот тот... текстурки то, что надо, да. Сюда мы, скорее всего, заезжать сегодня не будем, потому что качество данного города оставляет желать лучшего, хотя вот понял, вот это вот здание, которое, типа, ну, такое... Небоскреб, типа? Такое, ну да, и небоскреб рядом с небоскребом сделан, в принципе, понял. Прикольно. Ну Отсюда да. даже можно как-нибудь будет попадать или что-то типа того. Короче, прикольно все сделано, друзья. И сегодня мы будем устраивать погони. Я, кстати, уже немножечко, нет, не потерял. Все, сегодня будем устраивать погони в этом огромном американском городе. American City. American speak English. Ой, American English. Ой, American speak please. Вот, и я еду такой, в общем, пососи на своей ВАЗ-2105. Хотел зайти Вот в окно. Черт, дорогие И друзья, такой, это не же понял. нарушитель. Так, Не подожди, только понял. здесь надо аккуратно. Здесь столбы вряд ли ломаются, как в GTA. Так, стоять, стоять. Здесь все хорошо. Все, короче, лего-погони, лего-погони. У вас колесо отвалилось, молодой мужчина. Да, у меня все поотвалилось уже. Мне можно машинку установить или нет? Ну, восстанови. Нельзя, да. Хорошо, я установлю. Блин, у меня тоже колесо отвалилось. Просто, ребят, у нас сейчас такие эмоции, реально непривычно просто. Я не знаю, короче, делайте ваши ставки, сможет догнать меня турбо или нет, но, как видите, блин, кататься здесь — это совершенно другой экспириенс, потому что, во-первых, графон, ну, то есть, так сказать, те же самые тени, да, они есть, они присутствуют, то есть тени присутствуют, да, вот, и это как бы выглядит очень сочно, красиво, как будто, ну, Брик Рикс уехал. Немножечко подрос. О, боком, 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 езжи! Блин, балдал, ребят, у меня балдал. Моя таксишка, ой, таксишка, моя полицейская тачка не очень, конечно, ты тоже развалился? Ну так, чуть-чуть, но я не буду останавливать, у меня колеса как бы... А вот, кстати, подожди, я хочу проверить, на поребрике я могу заехать? Да, кстати, блин, самое прикольное, что тут и поребрики, они прям физичные, все физичные, вот это я вообще в шоке да, просто. Да, ты, может быть, типа, за мной поедешь? Не, я еду, еду, у меня просто медленная полицейская. Я думал, что она быстро... Если что, друзья, туда, как бы можно просто уехать, я не знаю, в какие-нибудь... потому что, как бы, турбо догнать нас не может. Нет! Ой, этого да. Ну, ясно, короче, понятно. Давай я тебе сейчас. Я тупо до первого столба. Нет, блин, просто в GTA я привык, знаешь, в столб влетаешь, столб отлетает, и как бы нормально, а тут. А ну, кстати. Чисто реализм, реализм. А что с водой, интересно? Оу, не то чтобы боком зашел. Да ты там с водой разбираешься, или что? Не-не-не, мне просто интересно, она какая? Какая? Ну какая она? Твердая или мягкая? Ой, ты шо? Что творит? Ну все, надоел, надоел, нет, потому нет, что, нет, короче... нет, 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 ты красиво в здание блин. Улетел. Да, а там, смотри, там рядом еще трамплин был какой-то. Ой, блин. Какой трамплин, где? Вот, вот здесь вот. Вот. А, ничего себе, так это надо сейчас будет... Ну, единственное, что у меня машина, конечно, немножечко не приспособлена. Офига, здесь гараж какой-то, видел? Очень низкая. Подожди, где? Иди сюда. Подожди, мы на трамплин смотрим или на гараж? Я уже на гараж. Где? Вот, смотри, вот, смотри, смотри. О, ты смотришь на гараж. О, ничего себе, здесь можно было спрятаться. Здесь, кстати, знаешь, понял, короче, можно побольше народу собрать. Да, да, да. В прятки. И такой, в типа... прятки, можно вообще тупо РПшить, не знаю, по ну, максимуму. Не тупо, конечно, давайте тупо. Вот, конечно, будем, проблемки, проблемки нормально. Есть с деревьями небольшие. Да ладно, вот если бы ты не сказал, я типа даже, ну нет, обратил бы, конечно, внимание, но типа, как бы, почему бы нет. Иди, короче, бери тачку, я буду кататься на твоей полицейской машине, потому что она мне понравилась. Она какашечная. И удали свою ладу, пожалуйста, ВАЗ-2016-13. Понял, а чё, я не могу переключиться между машинами? Подожди, не знаю, возможно, потому что я залез в гараж. А, вот. Подожди, да-да-да, всё, так, ребята, сейчас я выберу машину, на которой я буду уезжать от месье Рунтига. От месье Рунтига? Так, вот я эта тоже, машина кстати, должна сейчас, подойти, она как раз под года GTA Vice City. Блин, она прям я как тогда, из GTA, эта машина, тоже. Реально. Я тогда тоже возьму другую машину, потому что, что это ты у нас трубу поменял машину? Я не поменял машину, это нечестно. Блин, ребят, вы так, просто значит, посмотрите, офигеть. Полицейская тачка, значит. Я, если честно, опа. Тачка. Я пока на строечку заеду. Так, о, ну шо, как знаю, работка? Офигеть, блин, на этой стройке тоже перестрелки какие-нибудь устраивают. Я просто в шоке, ребята. Да, 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 да. Мы еще все это сделаем. Может быть, даже прямо сегодня. Так, ну все, короче, я взял себе тачку. Вот, к сожалению, только эту машину не удалил. Ой, все, я ее удалил. Вот. Так, все. Уронился. Я взял. Давай. Я короче, ну, поеду. Я направо поеду. Я тебя буду искать, давай. Ага, нихрена себе у тебя тачка. Ой, а он. Блин! Это муляж! Он не стреляет! Ну и хорошо.
Да в смысле хорошо? Почему он не стреляет? Так, я думал, спокойно, он будет спокойно делать бабах. А как эти догадки? Ой, блин, ты черт, тупик! Понял. Это знаешь, этот грустрит какой-нибудь. Да, да, да. Теперь главное тебя. Так, столб, 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 спаси! Yes! Тихо, заднее. Так, блин, налево. Ну это я думал, что он побыстрее будет. Просто стартанул-то он прям. Ой-ой-ой, резконько так, я вас понял. Блин, ну слушай, вот в Брикриксе же никогда не было, знаешь, рек или что-то типа того, а здесь прям реки, прям красиво. Да. Так, куда ехать? Да. Куда ехать? Поехали налево. Так, я тебя буду, короче, по твоим запчастям вычислять, потому что твои запчасти валяются. Блин, вот если честно, я еду, у меня прям мурашки по коже. Ну как-то, блин, я не верю, что с Брикриксом такое произошло, потому что. Не, у меня мурашки по коже, когда слушаю Моргенштерна. Осуждительно это все. Так, ты едешь там вообще? Что такое вообще было? Что? Да ничего, тут выяснились некоторые интересные подробности. Ой, ты стреляешь все-таки? Да! Охренеть. Потому что у меня, оказывается, все-таки есть пушка. У тебя, короче, 4 звезды, все. Так, хорошо, что без вертолета. Блин, единственное, что, блин, очень плохо, то, что без вертолета, потому что я очень медленно еду, 60 км в час. Вот зайти могу? Так, только ты там не экспериментируй. Так, а что если я тебя попробую вот здесь встретить? Подождите, ребята, сюда могу зайти? Черт! Нет! Там ты ничего нет! Ты не говоришь, что ты будешь меня отстреливать? Я? О, а ты где? Так, секундочку. Фух. Секундочку. Ребята, ну там можно было спрятаться, реально. Блин, охренеть. Я поехал не за тобой, я, кажется, понял, где ты был. Да тут это торговый комплекс большой какой-то, хотел бы зайти. А, понял. Все-таки я был прав, я думал, что ты там. Но ты там, оказывается... Ой, ё-моё. Ну в него не зайти, к сожалению. Было бы прикольно, если там был интерьерчик. Блин, я тебя потерял. Я тебя не вижу. Что делать? Так, пацаны, у меня же этот какой. А, у меня же полицейский, у меня есть, так сказать, специальные полномочия, я же могу посмотреть. Да посмотри. Парковочка какая-то тут, блин, нихрена себе. Так. Едем в соседнее село. Я вас понял. Так, короче, мы едем тоже. Постараемся сейчас, ну, как бы, мы потеряли цель. Вот, и было бы очень неплохо ее где-нибудь встретить. Вот. Блин, но ребят, посмотрите, знаю, какая красотишка. Ё-моё! Я в шоке. Это как бы обычно, Сан Андреас. Ну, ой, точнее, Вайсити. Что у тебя здесь? А обычно Вайсити это одно дело, Вайсити в Брикриксе это другое дело. Так, гони, турбо! Только бы не развернул сейчас. Да-да-да-да-да. Блин, он стреляет очень хреново. Так, куда? А тут еще один гараж или это тот же гараж? Блин, это бестолк, вообще стрелять по тебе. Так ладно, я вас понял. Тебе надо как-то меня перехватить. План перехват. Понял. План перехват, капкан не сработал. Блин, а у тебя тоже вот на спидометре слева, где высота, там вообще какие-то заоблачные цифры. Нет. У меня там миллион цифр просто. Ну где альт написано? Миллион? Не-не-не, у меня там вообще просто минус один и все. А, нифига себе, у меня наоборот там... Блин, ну все, я тебя опять потерял. Отлично. Ты меня достал уже, если честно. О, ребята, вот это место, я помню в детстве, когда я играл в GTA City, я тут все время на мотоцикле прыгал. Вот это вот про какое место он это сейчас? Ну где стоит, мост, а? И там трамплин есть. Блин, не получилось. Так, где получилось? Понял. Я тебя не вижу, турбо. Это плохо, найди меня. Найди меня. Я вообще не вижу. Я думал, ты сообразишь что-нибудь, а ты что-то ничего не сообразил. Так, пацаны, я около Вайситевского полицейского департамента. Охренеть, я же знаю, где находится Вайситевский. Это твоя работа, ты там работаешь как бы. Понял. Так, Ладно, короче, все, короче, ладно, ты мне тупо надоел, короче. Да это ты мне тупо надоел уже. Все, ребята. Короче, мы закрываем, короче, наш контракт с Турбо, мы больше не будем снимать вместе. Но! Опа, здравствуйте, и мне сюда как раз и надо. Так, это тихо, все, берем пистолет. Погоди, мне надо, подожди, я должен быть бандитом. Все, я бандит. А, вон ты как придумал, да? Так, секундочку, подожди. Ладно. Ребят, смотрите, я тупо спрятался. Сдавайтесь. Какое сдавайтесь, слышь? На землю. Со мной армия. Ух ты, тихо. Подожди, ты где? Ни хрена себе. А, позови меня с собой! Все, дорогие друзья, это было легко. Сколько у тебя хп осталось? У меня 33. Зайди, смотри, здесь прикольно попрятаться можно.
Блин, ну да, так-то здесь даже сделали всякие входики такие интересненькие. Но это просто, я так понимаю, ну... Ну да, там же, когда ты заходишь, там карта, тебя потом телепортируют, как бы, да, в локацию. Да-да-да, это, как получается, импортированная карта. Короче, давай сейчас с тобой поменяем, опять-таки, транспортные средства. Чё, ты будешь... Я буду бандитом, короче, прямо сейчас. У тебя ещё точка такая прям бандитская. Так была. Я говорю, она прям такая, 80-х, там, дилер. Всё, я в сити пуки. Что говоришь? Я в криминал перешел. Сейчас, ты короче, криминалист, а я коммунист. Так, которых... Единственное, что я понял, что надо машину брать какую-нибудь, в общем, высокую, чтобы я мог заезжать на бордюр. Да, бордюры, панребрики всякие. Да, ты, короче, ну, сделай себе сразу двигатель помощнее, чтобы ты там, ну, мог там меня догонять, там все такое. И вообще можешь брать все, что угодно, даже танк. Ну, то есть, как бы, только... Танчики. Не наглеть. Танчики. Не наглеть, ок, да? Во, я возьму... Ну, я надеюсь, нормально будет. О, я знаю, что возьму. Конечно, будет не очень бандитская тачка, но мне кажется, она очень классная. Я полицейский. Ты бандит. А я? Так, ну все, короче, я этот. Куда поехал. Ты поедешь? В какую сторону? А до свидания, чего решил? Тихо, значит. Ты сделай сейчас помощнее это. Но она и так мощная. Это же Porsche. Да, уверен. Уверен, уверен. Фига ты светишь красиво. У меня. Ты видишь, тут это, тут скорость, как говорится, не всегда на руку, малыш. Блин, ну. О, охрененно, это было очень это красиво. Было жестко. Тупо размотался, блин. Причем только в том, что мы такого, как бы, ну, в обычном Брикексе не сделаем, потому что там нет таких, таких мостов, вот этого нет. Газуй! Ну шо, малыш, иди сюда. Блин, да почему она так хреново рулится, вот вроде Volvo. Капец, у тебя машина очень странная, блин, подожди, у тебя машина очень странная, какая-то широкая, какая-то колеса узкие. Да, она, блин, на, это, на полторы полосы, по-моему, вообще. Уфига тут, это, парковку тоже видишь? Да ты, ты чё, охренел? Ой-ой-ой, я размотался. Это было не специально, так ладно, я честно. Ты тоже эту парковку видел? Да. Я такой... А, слушай, а тут реально не один гараж, вот еще гараж. Гаражи тут нормально понаделали. Да ты турбо не туда смотришь. Да, я нормально смотрю, тихо, я... Все нормально. Понял, тебя понял. Так, дорогие друзья, полиция Вайс-Сити. Здорово! Да блин, а ты можешь мигалочки включить, нет? А я, подожди, на какую кнопку? Ай. Ай? На ай? Даже на какую кнопку мигалку? Да нет, я извините, больно было. А на какую кнопку они включаются? Это все забито тогда. О, да. Зато я могу поворотники включать. Ой, тут еще один вход. Какой вход? Блин, тут а, я понял. А, это там, где вроде ты переодеваешься, потом на мотоцикл садишься. Да. Найс байк. Или как-то так. Так, я не знаю, куда... Стоять, же... стоять, полиция Лас-Вегаса, этого, Вайс-Сити. Нет, вас не угнать, мне кажется. О, фига там мост огромный, что-то на него не поехал. Раз еще один. А, я тебе говорю, тут их много, это круто. Вот потому что на... Ай! На другой карте, по-моему, был только один. Блин, а как... А! О! Ой, вот блин. Это обман! О, нихрена себе, что здесь? Я не ту кнопку нажал, я в гаражу телепортировался. А подожди. Вот ты петунок. Так, ща. А даже не к ближайшему, потому что тут был даже ближайший гараж. Блин, офигеть, там мост огромный. Я не помню. Блин, подожди, как тебя найти? Все, я здесь, я здесь. А, я здесь. Черт. Да. Я расшатался. Подожди, дальше. Все, понял. Давай, поехали, ядрить, колотить. Да, ребята, вот, да, если вы не поставите миллиард лайков, то, блин, я не знаю, что делать. Тогда, если не поставить миллиард лайков, то все, получается, что, ну, писька не станет. У кого? Ну, у кого-нибудь однозначно понял, не станет. Поэтому каждый под прицелом, друзья, каждый под прицелом. Каждый ставить под прицелом, лайков, каждый и все под будет, прицелом. И все будет хорошо с писькой, конечно. Ну подумай, все, капец тебе. Будешь. Блин, капец, тут да? По прямой вообще кайф гнать. Да, ну я бы так не сказал. У меня просто тачка не очень хорошо рулится. Я вон 200 еду и нормально вообще без проблем. 100%. Я тебя здесь, короче, подожду, ты сейчас здесь расшатаешься просто. Ой, да я сейчас здесь расшатаюсь. Ес, ну я в тебя попал, как... А не, а, ну, а... Как бы чуть-чуть попал, но как бы не попал. Во, вот это, я тебе про это место... Я тебе про это место говорил, я тут всегда в детстве на мотоцикле летал. У меня колесо отвалилось. Отвалилось колесо. А, ты все? Да, я убегаю, у меня колесо отвалилось. А блин, там же этот, там же ты беги вон в этот, в какой-то квартальчик. Ну? А ты туда побежал? Да. А, блин, офигеть. Ну, наверное, не знаю, туда или нет. А, подожди, я думал, ты сюда пойдешь. Здесь прям вообще такую погоню можно сделать. Иди сюда, где ты? Не-не, я чисто по дороге побежал. Не, иди сюда, беги сюда, короче. Ты заклевал, ты за меня звали, потом угоняй. Ладно, ну там так круто было бы. Это, кстати, полицейский участок тебе, капец, братан. Ой, охренеть, ты хорошо стреляешь. А я попал, да? Наурелся, я смотрю. Не, я вообще-то мимо стрелял. Подожди, я сюда запрыгну. Зато сюда могу запрыгнуть, офигеть. Тихо. Я по тебе один раз попал. Да, у меня 73 жизни. У меня тоже. Почему все... Ай! Ай-яй-яй-яй!
Ты тоже по мне попал. Хоба. Быстрее открывай Сити. Ай-яй-яй. Вынь головку. Патрончики, патрончики, патрончики! Руки вверх, штаны наверх! Нет, нет! 40 кп, 40 кп. Чёрт! Я думал, сейчас от тебя Чётик, чё где? Ну где здесь можно... А, смотри, вот ты бы тут вот так вот вышел, смотри. И побежал бы вот сюда, посмотри, как тут круто. Стой, 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 смотри. Ты же... А, ну я же я и побежал. Смотри, смотри, вот тут вот по этой штучке вообще было прям как в фильме. Круто, да, прям таки ту-ту-ту-ту. Прям тю-тю-тю. Ну слушай, ну по-моему офигенно получилось. Что мы хотим сказать, да. Ставьте лайки, пацаны, потому что карта реально охрененная. Здесь можно много чего поснимать, мы обязательно будем снимать. Вот, если вам понравилась эта серия, как я уже сказал, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на наши каналчики, вот. А вам всем удачи и всем... Вау. И всем... Всем пока-пока!